меня нет рассказов успешного беженца, истории героических подвигов, лайфхаков выживания в любых условиях и стремительного стартапа на новом месте. Я – страус, который спрятал голову в песок. Я один из 5 миллионов человек, покинувших Украину. Я просто нахожусь в физической безопасности с моим 12-летним сыном и родителями пенсионного возраста. Все планы, мечты и чаяния нашей четверки остались за много сотен километров в родном маленьком украинском городке на берегу Черного моря. В нем же остались мой любимый муж и старший сын. Совершенно случайно, волей и провидением судьбы, мы оказались в Болгарии, в курортном поселке возле города Варна. Из Одессы добирались на автобусе. Путь был трудный и очень изнуряющий. По прибытию нас поселили в отель. Проживание и питание за счет государства Болгария. На условия грех жаловаться. Мы очень благодарны за оказанный нам прием. Подробности жизни и быта украинских беженцев в Болгарии в следующих видео. Всем, кто хочет помочь, реквизиты в описании к этому видео. До встречи!